Привет, меня зовут Настя, и сегодня мы продолжим разбирать выражения с глаголом take. И не забывайте, что это канал Puzzle English. Выражение, которое вам понадобится, если вы хотите, чтобы что-то кто-то принял во внимание или учитывал, это take something into account. Или вы можете сказать take something into consideration. В принципе, это два равнозначных и похожих по смыслу выражения. Please take into account the fact that I have been only studying English for 2 months. Пожалуйста, примите во внимание то, что я изучаю английский всего 2 месяца. Now you may not feel that at all. I mean, you may just find that totally absurd. You're not taking into account the period we're living in. If you start punching yourself now, it'll be easier for you when mom leaves. I'll take that into consideration. А вот выражение take it может иметь такие значения, как выдержать, вынести. Например, какие-то проблемы, критику в свой адрес, оскорбление. Действительно, здесь даже дословный перевод take it – это как бы взять на себя и выстоять. И очень часто это выражение используется с частичкой not и другими словами в отрицании. I'm very sensitive, and I can't take it when my friends make fun of me. Я очень чувствителен, и я не могу вынести, когда мои друзья подшучивают надо мной. А если вы очень расстроены и просто не можете слышать критику и какие-то неприятные слова в ваш адрес, вы вправе сказать I can't take it, я не могу этого вынести. А второе значение этого выражения – это полагать, считать, понимать. I take it that you are not going to come to my party. Я так понимаю, что ты не собираешься приходить на мою вечеринку. Take it that was your sister. Yep. Выражение take one's time значит не спешить, не торопиться. То есть буквально получается брать столько времени, сколько тебе нужно, и делать что-то не спеша, не торопясь. Take your time, do your homework. Не торопись, делай свое домашнее задание. Take your time. Есть еще в английском такое выражение, как take it or leave it. Дословно получается возьми или оставь. А по сути значит либо да, либо нет. Принять что-то или отказаться от этого. Короче говоря, вам здесь нужно сделать выбор. That's my final offer. Take it or leave it. Это мое финальное предложение. Прими или откажись от него. And my offer still stands. Take it or leave it. Выражение take one's breath away по сути значит удивлять, поражать, захватывать дух. А дословно оно как бы описывает, что при этом делают с человеком иносказательно. Take breath away – это захватывать дыхание. Или это когда у тебя перехватывает дыхание. The view from the window took my breath away. Вид из окна поразил меня. На этом все, но давайте вспомним, какие выражения вы сегодня узнали. Выражение, которое вам понадобится, если вы хотите, чтобы кто-то что-то принял во внимание или учитывал это. Take something into account или take something into consideration. Take it – выдержать, вынести. Проблемы, оскорбления, критику. А второе значение этого выражения – это полагать, считать, понимать. Take one's time – значит не спешить, не торопиться. Take it or leave it. Либо да, либо нет. Принять что-то или отказаться от этого. Выражение take one's breath away. Удивлять, поражать, захватывать дух. И на этом все. Обязательно по ссылке переходите на сайт Puzzle English. Регистрируйтесь и выполняйте упражнения, которые вам помогут хорошенечко запомнить нашу сегодняшнюю тему, а именно использование take в разных выражениях. И, конечно, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Нам будет очень приятно. Ну, а с вами была Настя. До новых встреч. Пока-пока.